Всем привет, с вами как всегда Дезертир, и я хочу вам показать маленькое обучение и прохождение миссии Shadow Raid. Это новая миссия, которая вышла буквально вчера в Payday, и в общем мы ее с ребятами прошли ее на Deathwish, прошли ее на среднем уровне сложности. Сегодня утром мы даже умудрились ее пройти на оверкилле вдвоем, и в общем сейчас все в принципе вы это увидите. Я надеюсь, вам понравится. У нас было вчера очень куча прям эмоций по этому поводу, просто было все великолепно, офигенно и круто, и в общем все это увидите. Начну я с небольшого обучения, собственно, смотрите. Начиная эту миссию, вам может крупно повести тем, что вам выпадает лишняя термопаста, и в итоге у вас их три, и таким образом вы можете прорезать все три решетки, которые будут вам нужны. Для этого надо просто постараться взять их одновременно. На этой миссии прилетает вертолет, иногда он привозит двух охранников, иногда контейнер. Если контейнер, считайте, вам повезло. Но проблема заключается в том, что попытавшись туда пройти, вы можете не спалиться. А вот пытаясь вынести оттуда артефакт, вам нужно быть очень аккуратными. Если пройти на кухню, то здесь может лежать карта. На втором этаже у парня с камерами вы всегда можете найти одну из ключ-карт. Выходя в главный зал, вот в этом месте вы можете найти Фумку. Здесь она лежит абсолютно всегда, остальные разбросаны где-то по уровню. Так, вообще будем надеяться, что все записывается, все хорошо и все прочее. Тренируешь голос. Эти сладкие, коричневые, на решетках. О, один. Давай, нам повезло, дайте боже, ё-моё. Так, только аккуратно. Всё, я иду один туда, темнить. Да, точно помню. След, или ты сюда пойдешь? Так, ребят, нам повезло. Нам не повезло. Окей. А в принципе сзади нету. Куда выносить? Оп. Егор, ребят. У нас небольшая заминка. Просто один вопрос, что вы делаете? Я нашел домик, он иногда вот здесь бывает. Бля, меня спихивают на нижний этаж. Меня зажали. Тут кок. Так, в общем, я нашел две сумки, помимо того, что было. Слышь? Ты понимаешь, меня зажали. Спускается вниз, парень. Возвращайся сюда, быстро сюда, Дима. Вот, возьми там кок. То, как и нашли. Это круто. Так, у меня небольшая заминка здесь будет. Я не знаю, я с улицы ухожу или остаюсь. Есть вариант смотрение. Либо найти, либо не найти ничего. Не найти или не найти ничего. Либо найти, либо не найти ничего. Так, ладно, мне везет, кок идет отсюда. Говорил, что я могу здесь ничего и не найти в итоге. И там гребаный цивил. Сука. Не везет, как гребаному утопленнику. National Geographic? Что? Я что-то какие-то документы про National Geographic видел. Сука, сраный цивил.
Так, у следа, в принципе, Фомка есть, если что, он там подкрывает. След ты там взламываешь, да? Так, я рискнул. В принципе, сделал это не зря. Просто в наглую бегу к вам, ребят. Что хочу заметить, главное, не бойтесь, ребята. Стелсить можно и на скорости, если вы прокачаны. Все у вас, в общем, по-нормальному. Потому что я заметил, что просто великолепно можно бегать. Но лучше этого не делать, конечно. Так, а тебе помогать, след? Нет, чувак, ты не ответь, ты выбросил там крайнюю, или мне туда сходить? Я не могу сейчас говорить. Тихо! Просто прыгни туда же, где сумки. Аккуратно, скоро туда придет. Чёрт, артефакт, мать твою. Я тоже. Я успею. Там еще целью. Иди, все нормально. Так, пошли на крышу. Еще две сумки. Нормально. Так, смотрим, кстати, кто у нас прилетел. След, пойдем на крышу. У нас, в принципе, с тобой. Так, прилетел, конечно же, на крышу. Зашибись просто. И это охрана, это охрана. Спасибо, Кэп. Ладно, я знаю, как это обойти. Твою мать. Так, я дождусь, пока этот чувак уйдет. След, след, не иди, не иди, не иди. По крайней мере, один не иди. Ребят, это у меня сейчас у одного такое шизо в голове. Чего? Как будто Dark House играет. Не знаю, у нас ничего не играет. Меня ребят, в подвале стоит парень, который постоянно на одном месте стоит. Это хорошо, пусть он там стоит, если что, потом его увольнем. Не стоит, как раз таки вдруг не будет лучше. Мы же вроде бы еще никого не убивали, ведь так? Да. Давайте две сумки, никого не убив, и мы в расчете. Так, один здесь. Дэс, давай пока вытащим сумки, нафиг. Просто две сумки. Да, давай вытащим сумки. Так. Ну, в принципе... Я сделал наш день, потому что я в первый раз мы взяли две по. Да. О, две. Сумочка, ребят. Есть, еще одна. Тупо вынеси сервер там или картину, что угодно, только аккуратно не пались. Я сейчас этим и собираюсь заняться. Чтобы не запалиться, я специально буду проходить через круг. Все нормально. Я пробежал, он меня не заметил. Ты же охранник заметил. Высрать на нем. Так, ребятки, что я вам хочу сказать? Я сейчас буду пытаться забирать сервер. Я надеюсь, что он здесь будет. Потому что чувак, который охрана, он стоял здесь спиной и у окна. Это значит, что если здесь есть сервер, я его заберу. Лишь бы картина.
Сервер здесь есть. Охрененно, картинка летает. Ребят, там у вас есть чувак. Да. Я не знаю, как. Я пойду, я знаю как. Я пойду, погоди. Стой. Мне скидывать вам сюда, да? Нет, погоди. Не трогай никого пока. Так, тихо. Так, ладно, я пока вот сюда скину, открою дверь. Зачем? Как а если там охранник? Я отхожу сразу. Hold up while I pick this motherfucker. Cool. Все. Не вариант, там их два. Хотя я, помнится, выносил. Но тут их три, по-моему, да? Да. Там же есть сервер. Кинь мне сервер. Вон он, как я тебе кину? Кинь мне. Давайте подождем, пока уйдет этот парень. Кидай. Ну ты помнишь, что сервер тяжелый, да? Да, скорее. Будем брать картину? Тихо. Сколько нам нужно, чтобы закончить задание? Это последнее, все. Нужна была одна. Это сервер. Сервер у вас. Мы можем уйти. Ну и как говорил Бэйн. Давай отвечаем и кладем. Не надо убивать. Давай не будем убивать. Давай как-нибудь вынесем, погоди. Тихо. Давай пусть он уйдет сначала. Проблема в том, что он уходит немножко в ненужное место. Так, чувак, а что если... А, ты... Тихо. Чувак, иди сюда. Блин, тихо. Зачем? Иди сюда. Не надо, там опасно. Что там опасно? Сюда иди, Дэс. Понятно. Дэс, аккуратно. По краю. Очень по краю. И вот тут баг нам поможет, то что мы сможем пойти так. Эй. Дезертир, как обычно, просто пробежал в наглую. Я по серу, чувак. Закидывай мне серу, блядь. Валим нахрен. Сами с дерьмом. Все, это точно последний? Точно. Я тебя убью. Ну, если вы доверяете моей играм, моим познаниям. Чувак, отдай мне сумку, я его поймал. Да. То должно быть все верно, а если нет, то... Покинем Тим. Если нет, то мы кастрируем Тим. Выходим. Выкидывай. Выкинь, Выкинь сервер. Зачем? Выкинь. Ну ладно, как хочешь. Я хочу тебе помочь. Так ты там таскай. Я сервер каким-нибудь тоже. Вы убили хоть одного? Нет. Отлично. Есть вероятность получить еще одну ачивку, которую ты не получишь. Вот он привык всю жизнь ходить. Привка ходить в приседе. Дэс, прошу, не смей. Ладно. Тебе нужно артефакт дать, чтоб ты знал. Реально, пусть возьмет на артефакт. Так, его еще искать там. Пускай берет первое, что упало, сидит на корточках. На цыпочках, и беги. Ну-ка. Вот опять бежит, Сарс. Засада. Самое интересное, что с сервером он меня заметил, а с деньгами нет. Не правда ли? Беспалевный Тим. Нет, если ходить у самой этой, он, кстати, не замечает. На самом деле я еврей. Поверь. Тим, если ходить у самой кромки, он не замечает. Поверено, даже спорит. Оно не хватает, кажется. А не хватает. Я угадал. Да, там что, на ачивку что ли? Да. 12 сумок на Deftwitch. Может быть подождем? У меня артефакт. Крэга.
Стой, 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 не иди, Тим, Тим, не иди. Вдвоем может запалить, не дай бог. Все, проходи. Вдвоем прошли. Давай, заходи. Это тут ни хрена, нечестно. Приват, увидите? Там приват. Секунду. Тим, давай ты сначала донесешь сумку. Кидай эти сумки, я последний кину. А давайте все сфотаемся. Типа, о, говорят, сфотай нас. Сейчас приват. Нет. Смотри, сделано так. Сюда встань у машины. А Грейд зайдет нас сфотой. Смотри. Давай, 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 скорее. Кто-то встань на машину. На машине присядь кто-нибудь. Давай я. Ну мне с моей сумкой, конечно, блин. Грейд. А вы встаньте по машине, по около этих створок. Короче, я с этой стороны. Грейд, Грейд. Не заходи. Так, пригласить в игру. Раз, короче, нас палит. Подождите, фотограф, фотограф заходит. Пускай сфотает нас. Я в приседе. Я сижу. Я даже подпрыгну, слушай. Слушай, след, 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 посмотри на меня. Я даже подпрыгну. Где? Ну ты видишь, я прыгаю. Нет. Я а тоже. Я прыгаю. Я тоже пытаюсь. Ну чё, как там яма? Крэд! Ты как? Отлично. Захожу. Сфотаешь нас? Мы тебя ждем. А потом я скину Грету и сфотаю сам. Сфотай нас. Е-е-е. Все в масках. Так. Сфотай, теперь лови. Стой, 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 стой там. Стой. Бери и вставай так же. Давайте каждый сфоткай. Сейчас. Повернулись. Так, хорошо. А вот сейчас. Так? А может быть не присесть? Вот, может не пернуться по... Сфоткал. Еще раз, еще раз. Теперь Тима. Давай, Тим. Теперь ты. Фоткай. Е-е-е. Вот так. Сейчас, подождите. Фотограф, фотограф. Только ты на C нажимай, чтобы пушки не было. Вообще... Готово. Три снимка. Ну, два. Давай. Теперь ты давай. Целась. Давай, только я наверху буду. Дай мне легкую. Тоже наверху хочу ходить. Аккуратно только. Давайте. Да, чуть-чуть. Да, вот так. Да. Готово. Уходим, уходим. Нафиг. Дайте сумки. Симси тут не хватает. Уходим, уходим. А я сейчас просто это еще раз скрию. Есть! Все две! Ребята, мы сделали! Ребята, мы боги! Красавчики! Мы выполнили за один день все ачивки. Да, все ачивки. Ну, в принципе, за два, конечно, у меня сейчас... О, и Сет вылетел. Я не вылетел. Я тут. А. Показано, что ты вроде... Наибольшее число падений след. Ребята, мы справились. Мы сделали это. Я очень хочу сказать. Я тоже. Феймос. Все будем. Это было жарко. Кто хостит теперь? Шутник. Так. Итак, суть в том, что мы одни из немногих, кто выполнили все последние достижения. И как раз начинаются бесплатные выходные, прямо когда мы закончили. Да-да-да. Ребята, я угощаю.
смотрите, мы выполнили I'm Ninja, это взяв 16 и 4 брони. Мы выполнили... Буду умирать, 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 выполнили фищи, мы выполнили как раз 6 багов, никого не убив, не посадив и ничего с ними, ни с кем не сделав. Мы крутые ребята. Спи спокойно, Шорта Тимкрафт. Все, мы в общем все сделали, все, что только можно. Все, конец. Подождите, последний скрин. Мы крутые ребята. Ага. Вот видишь след, теперь ты ни за что не можешь говорить, не имеешь права, что я ни хрена не место. Ты тоже. Ты, кстати говоря, больше всех нас сделал. А? Ты больше всех нас сделал. Не а будем брать. Везде. Ну как? Хотя мы тут все работали одновременно. Ну да. Ну кстати, Тима, например, чем крут был то, что он таскался тихо. Чем был то, что иногда помечал очень классно вовремя, а... След, помогал мне стейсить, остался тебе убивался, кого не надо. Так что все охрененно было, на самом деле. Все поработали, это оверкил, два трупа, три, один свинья. Проблема-то, что если я альтабнусь... Чисто. Ну ты понял. Нет. Я вылечу, если я альтабнусь. Так, иди сюда и вставляем карты. Давай, правая. Ставил? Ставил. Ставил. Шптин! Первый Можно? Скрин. Ух ты! Вот такие вот латочки. Стой, не разбирай, стой, отойди-ка. Отойди. Сейчас попробую заскринить их нормально. Вот так вот. Так все это красиво выглядит. О, у меня, кстати, запись работает, оказывается. Все хорошо. А где еще? А где еще? Подожди. Тут же. И все? И все, да, здесь только. Воу-воу-воу-воу-воу. Будешь выходить аккуратно. Там охрана. Так это он еще разобрать его нужно. Да, его разобрать нужно. Но это как с это, с турелью в поезде, знаешь? И сколько сумок всего с него? 4. На. 4 сумки. Это Клен. Просто офигенно. Нам, кстати, повезло. Мы легко забрали все это дело. Сколько что там? Еще? 11 минут и куча сумок. Все, больше ничего не будем забирать. Нам хватит добра. Просто относим. Реально прикольная миссия. Да. Просто считай, какая вторая попытка. Да. Ну ты-то уже приноровился, уже на собачью все в этом деле. Знаешь, что да как. Не, ну ты понимаешь, просто да, чисто в соло можно на оверкиле спокойно проходить. Так-то да. Можно бонус на дедвиш? Хотя не, жестко. Ну там, во-первых, я дедвиш не куплю, придется тебе покупать. Во-вторых, не знаю. Что? Я ставлю педжи. Я поставил. Давай, давай. Как он заметил? Что он там? А, он заметил сейф, мать его. Так, я на всякий случай еще один ставлю. Убить? Да, что еще делать? Просто похуй. С одного выстрела просто. Что он заметил? Сейф заметил, я так понял. Сейф? Ну да, он же открыт. Так, упаковать его? Да, да еще ответить успеем. Ну, ответить-то мы успеем. Может быть, надо было, слушай, а может надо все сумки вытащить, а вот когда две карточки, броню в последнюю очередь, дабы могут заметить сейф. Да, надо было бы, конечно. Относи пока, я отвечу и пакую, чтобы время не тратить. Стой, подожди, я сгоняю быстро на первый этаж, вдруг там кокаин. Чувак, не надо, относи пока сумки. Серьезно, нам всего 9 сумок надо. Не надо, чувак, серьезно. Нам всего 9 сумок надо. Лишил меня развлечения. Я решил тебе геморроя возможного. У нас один ответ остался, по-моему. А, я чуть не упал. Так. Вот наш труп. Все, относим. Нахрен, это говно. У меня еще остался один пейджер, у тебя тоже один. Грета 2, но он не с нами. Он АФКшник. Такой, знаешь, Грет приходит. О, задание выполнил. Круто. Магия, да. Зашел, задание уже выполнено. What the fuck? О, артефакт. Давай, беги, что такое медленный. Самурайская броня, в смысле, да?
Самурайская броня? Да. Мы же ее взяли. Я, блин, с оружием, и то быстрее, чем с артефактом. Артефакт реально как двигатель весит, наверное. Ну, так ты чё, это ж там... Ну, как считай... Ну, только ценники у них, наверное, маленько другие. Ну, примерно такие же. Сколько там двигатель стоит на дофище? Ну, 600, я не знаю. 600, по-моему. 600? Или миллион. По-моему... А, он 1 400 000 стоит. Потому что я помню, чувак, короче, который читерил, он скидывал двигатели. И там до хрена за них давали, по-моему, 1 400 000, что ли. Не, это турели были, наверное. Или... А, это турели? Точно, точно, есть же еще турели, я про них слышал. Знаешь, я вот сплю и вижу, как пройти поезд по стелсу. А мы прошли. На стриме, в записи прям, в прямом эфире. С это, со следом. Эх, блин. Вытащили турельку. И все патроны, да? А, нет, только турельку. У нас такая задача была, просто, знаешь, вытащить только турельку. Ну, блин, у меня ачивки-то нету за 40 этих. А там это ж трупы? Там, да, там труп валяется один. Стой, а что будет это сделать вот так? Не, ну нафиг. Так, я проверю, что у нас совсем вон там валяется. Это, а... Совсем-совсем вдалеке, это, короче, отвезти... О, Грэд вовремя пришел. Грэд, я просто яйца варил. Грэд, мужик, яйца? Слышь, мы, Грэд, Грэд, мужик, умеешь тихо, вы... не спались, мать твою. Грэд, мужик, слышь, мы, короче, броню вытащили, все это, во-первых, на запись. Все круто. И все это за 15 минут. Так что... Единственный минус, мы чуть не спалились из-за того, что нас там чувак запалил. Ну, точнее, не нас, а сейф открыт. Надо потом запомнить, что он палит сейф, поэтому сейф в последнюю очередь. А, лови, лови сумку. А, нет, надо, ну ладно. Артефакт уже вынес. У нас, по-моему, есть один ответ, но все равно, ребят, лучше не палиться. Все. Выходим. Тим, таскай. Давай, покажи свой профессионализм. Главное, сумки здесь на проходе не кидать. Так, оружие. Так, ребят. Это не я. Не я. Так, я беру артефакт. Самое жопное, что есть. One down. А что за... Почему вас не палят, а меня палят? Вопрос. Причем палят серьезно, вот именно тебя. У него уже глаз на меня. Он такой, че ты этот чувак точно задумал? Он не просто так здесь бегает. А вот эти без пали, вот эти норм, они мне нравятся. А это что? Да-да-да-да. У него мысли нечистые, ну ладно. Черт, я сумку не докинул. Ну мать твою, артефакт просто тяжелый. Не, реально. Че за... Мы тут с Гретом просто бегаем. А тебя упали. Давайте донесем до конца вот все, че. Ну а то. Че, зря таскаем, что ли? Сколько, кстати, интересно, сумма. 11. 12, да, 14. Может быть. Могли больше. Ну, я после этого могу, конечно, попробовать на улице еще зачистить. Мы улицу не трогали, но... Ребят, я не хочу рисковать. Ну ладно, поехали. Я не хочу заваливать, скажем так, хорошее прохождение. То есть, оно случайное. Давайте станцуем, что ли. Типа решил станцевать, окей. Ладно, давайте заходим. Все круто.